Hello. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Please accept my humble obeisances, all Srila Prabhupada. Yeah, please accept my humble obeisances, all glories to Prabhupada. So we'll begin. Yes, please, if you are ready. Okay. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Nastaprayasvavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 6, text number 34. Is that right? Я yeah. Мы читаем Шримад Бхагаватам, а песня вторая, глава шестая, текст 34. Набарати Мингам Ришопалакшате Навай Квачинме манасом ришагати, наме ришикани патантия сатпате, янме ридот кантия вата дрито хари. I'll chant it again. Набарати мингам ришопалакшате, навай квачинме манасом ришагати. Наме ришикани патантия сатпате, янме риджоткантия вата дрито харихи. Right? You can read the word meaning and the, or you can read the translation and the purport. How should I, Ramraj? Should I read the word meaning? Yeah, I think so. Yeah, go ahead. Пословный перевод. На, никогда. Бхарати, утверждение. Ме, мои. Анга, о народа. Мриша, ложные. Упалакшете, оказываются. На, никогда. Ваи, несомненно. Квачит, когда-либо. Ме, моего. Манасах ума. Мриша неистинный. Гатих ход мыслей. На не. Ме мои. Ришикани чувства. Патанти приходит в упадок. Асатпатхи во временном. Яд потому. Ме моим. Хрида сердцем. Ауткантхевата с усердием. Дритах держусь за. Харих Верховной Личности Бога. Перевод и комментарий его божественной милости Шрила Прабхупады. О Нарада, я крепко держусь за лотосные стопы Верховной Личности Бога, Хари. И потому все, что я говорю, еще никогда не оказывалось ложью. Ничто и никогда не было препятствием для моего ума. А чувства мои не оскверняла приходящая привязанность к материальным вещам. Комментарий. Господь Брахма открыл ведическое знание Нараде, которое распространяет его по всему миру с помощью своих многочисленных учеников, Вьясадевы и других. Последователи Вед считают слова Брахмаджи непреложной истиной. И так, с незапамятных времен, с самого начала творения, трансцендентное знание передается по цепи ученической преемственности. Господь Брахма — совершенное, освобожденное, живое существо в материальном мире. И тот, кто искренне хочет постичь трансцендентную науку, должен считать слова Брахмаджи непогрешимыми. Ведическое знание непогрешимо, поскольку исходит от самого Верховного Господа, вложившего его в сердце Брахмы, который, являясь самым совершенным живым существом, никогда не ошибается. Причина этого в том, что Господь Брахма – великий преданный Господа, безоговорочно принявший лотосные стопы Господа за высшую истину. Брахма Самхити Брахмаджи снова и снова повторяет слова «Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами». «Я поклоняюсь изначальной личности Бога, Говинде, предвечному Господу». Поэтому все, что он говорит, думает или делает,
находясь в своем обычном состоянии, нужно считать истиной, ибо он непосредственно и очень тесно связан с Говиндой, предвечным Господом. Шри Говинда, милостиво принимающий трансцендентное любовное служение своих преданных, надежно защищает их слова и поступки. Господь заявляет в Бхагавадгите 9.33. Каунтия Пратиджанихи, о сын Кунти, смело провозглашай это. Почему он просит об этом Арджуну? Потому что в словах самого Говинды обыватели иногда усматривают противоречия, тогда как в словах его преданных невозможно обнаружить никаких противоречий. Господь лично заботится о непогрешимости своих преданных. Поэтому преданное служение должно начинаться со служения преданному, стоящему в цепи ученической преемственности. Преданные все время пребывают в освобожденном состоянии, однако это не значит, что они безличны. Господь всегда личность, и его преданный тоже всегда остается личностью. Поскольку даже в освобожденном состоянии преданный обладает органами чувств, он всегда сохраняет свою индивидуальность. И поскольку Господь отвечает взаимностью на служение своего преданного, он тоже является личностью, воплощением полного духовного целого. Иллюзорные материальные наслаждения не могут соблазнить преданного, занятого служением Господу. Его замыслы всегда осуществляются, и все это благодаря тому, что он искренне привязан к преданному служению Господу. Это, по сути дела, и есть эталон совершенства и освобождения. Все, начиная с Брахмы и кончая обычными людьми, достигают освобождения, стоит им искренне привязаться к Верховному Господу Шри Кришне, предвечному Господу. Господь говорит об этом в Бхагавадгите 14.26. Мамча йогьям пичарина, бхакти йоги на севате, сагунан самати тьяйтан, брахма буя якалпате. Итак, слова и поступки того, кто искренне всей душой стремится к непосредственному общению с личностью Бога в процессе трансцендентного любовного служения Ему, всегда будут непогрешимы. Причина этого в том, что Верховный Господь является абсолютной истиной, и все, что связано с абсолютной истиной, обретает те же трансцендентные качества. С другой стороны, любые логические построения, опирающиеся на материальные знания и материальную науку, и не связанные с абсолютной истиной, в конечном счете всегда оказываются ложными, вздорными и бессмысленными, просто потому что они не связаны с абсолютной истиной. Таким безбожным, лукавым словам и поступкам никогда нельзя доверять, какими бы материальными достоинствами они ни обладали. В этом заключается смысл этого важного стиха. Крупица преданности дороже тонн доверия. Хари Кришна. Ом Маяна Тамарандасья Кьянанчана Шалакая Чаксурун Милитаньена Тасмай Шри Гураве Намаха Ванчакалпатарубьясча Крипа Синдубаевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So Lord Brahma is instructing his son and disciple Shri Narada Muni in the Vedic knowledge. Итак, Господь Брахма здесь наставляет в ведическом знании своего сына и ученика Нараду. He wants Narada Muni to understand the importance of taking shelter of the Supreme Personality of Godhead. Он хочет, чтобы Нарада понял, насколько важно принять прибежище у лотосных стоп Господа. So, as he describes in the verse, Lord Brahma says that it mentions Otkantiyavata, by great earnestness. Он здесь упоминает такое слово «ауткантьявата» — с усердием, с большим усердием. So, like this, Lord Brahma, with great earnestness,
He caught hold of the lotus feet of the personality of Godhead. Таким образом, Господь Брахма с большим усердием, или как в переводе дано, крепко держится за лотосные стопы Верховной Личности Бога. And he said this has protected him from becoming attached to material sense enjoyment. И он говорит, что это защитило его от привязанности к материальным наслаждениям. As he says in the verse here, Lord Brahma says that his senses are never degraded by the temporary attachment to the material energy. Он говорит в тексте, что его чувство никогда не оскверняло приходящая привязанность к материальным вещам. So in this way, Lord Brahma wants to inspire Narada Muni in taking shelter of the Supreme Lord. Итак, Господь Брахма хочет вдохновить Нараду принять прибежище у Верховной Личности Бога. Of course, Lord Brahma is the Adi Guru in our line of parampara. He is the initiator of the Brahma Madhva the cyclic succession. Господь Брахма — это ади-гуру в нашей ученической преемственности. Именно от него пошла Брахма Мадава Гаудия Сампрадая, наша ученическая преемственность. So Lord Brahma, everything he speaks, we take it as being the absolute truth. It comes from the Supreme Lord. The Vedic knowledge came from the Lord into the heart of Brahma. Потому что все ведическое знание снизошло от Верховного Господа к Брахме, и поэтому все, что он говорит, мы должны считать за абсолютную истину. Слова Господа Брахмы для нас — это абсолютная истина. So Vedic knowledge is perfect knowledge, is, you know, apurusha. It's not coming from any mundane person. So there's none of the defect, there are no defects in the Vedic knowledge. Ведическое знание непогрешимо. Оно не произошло от какой-либо мирской личности, поэтому в нем нет изъяна. And Lord Brahma, he is passing on that knowledge, the same knowledge, to Narad. And Narad is passing to his disciples, like Srila Prabhupada mentions Vyasa Dev. И таким образом Господь Брахма передает это совершенное чистое знание, никак его не искажая, в том же виде своему ученику Нараде, а Нарада распространяет его дальше своим ученикам, например, Вьяса Деве. So Srila Vyasa Dev is the author, of course, of the Srimad Bhagavatam. We're hearing the essence of the Vedic knowledge in the form of the Srimad Bhagavatam, and the author of the Srimad Bhagavatam is Srila Vyasa Dev, who heard it all from his guru Narada Muni. Шримад Бхагаватам, который мы сейчас слушаем, является квинтэссенцией ведического знания, а автором его является Вьясадева, который получил знание от Нарады. So because this knowledge is coming through parampara, so it's perfect knowledge, nothing has been added, nothing has been detached from it, the knowledge is being repeated. И поскольку это знание к нам приходит через парампару, ничего к нему не добавлено и ничего не утеряно. И поэтому мы получаем это знание в том же виде. We cannot find any defect in the Vedic knowledge because it's coming from the Lord himself. So it's all perfect. В ведическом знании невозможно обнаружить ни одного изъяна, поскольку оно исходит непосредственно от личности Бога, и потому оно совершенно. But Prabhupada picks up on the point that in the Bhagavad Gita, Lord Krishna
instructs Arjuna to declare this knowledge. Но Шрила Прабхупада упоминает один момент, что в Бхагавадгите Господь заявляет: «О сын Кунти, смело провозглашай это». То есть он просит Арджуну провозгласить это. Yeah, Lord Krishna tells Arjuna that he wants Arjuna to pass on this knowledge. And Prabhupada brings out this point that it's important to hear from the from not just from Krishna himself, but from Krishna's devotees. Он просит Арджуну дальше распространять это знание, и Шрила Прабхупада здесь отмечает этот важный момент, что следует слушать знание не только от самого Кришны, но и от его преданных. Sometimes people, they like very much to hear from the Lord himself, but they don't give any importance to the Lord's devotees. So that is not correct. Иногда люди любят слушать слова самого Господа, но при этом не придают значения словам преданных, и это неправильно. We have to hear from the Lord's devotees. Taking shelter of the Lord's devotees is very important for us in our progress in spiritual life. Мы должны слушать от преданных. Принимать прибежище у преданных — это очень важно для нашего духовного прогресса и нашей духовной жизни. So we know that the Lord is infallible, but we should understand the Lord's devotees are also infallible. Мы знаем, что Господь непогрешим, но мы также должны понимать, что и преданные Господа непогрешимы. And because they are infallible, the devotees can follow these other devotees. They can follow the pure devotees back to Godhead. И поскольку преданные непогрешимы, то другие преданные могут следовать за такими чистыми преданными в своем пути обратно к Богу. We see on the battlefield at Kurukshetra, Arjuna's chariot is marked with the flag of Hanuman. Мы знаем, что на поле битвы Курукшетра колесница Арджуны была украшена флагом Ханумана. Arjuna has put Hanuman on the flag on his chariot because Arjuna is taking shelter of the devotee of the Lord. Now Arjuna, he could have put Lord Rama on his flag, or he could have put Lord Nrisingadev on his flag, but he put Hanuman. Because Hanuman is the Lord's devotee. Арджуна принял прибежище у Ханумана как у преданного Господа. Он мог бы поместить на флаг изображение, например, Господа Рамы или Господа Нарсимхадева, но он выбрал принять прибежище у Ханумана, поскольку Хануман является преданным Господа. So Srila Prabhupada said, devotional service always begins with the service of the devotee. И Шрила Прабхупада говорит, что преданное служение начинается со служения преданным. If we have the protection of the devotee, then we will be sure to be successful. Если мы находимся под защитой преданных, мы несомненно достигнем успеха. And Prabhupada is saying devotees are protected by the Lord, just so they can remain infallible. I'm sorry, Guru Maharaj, could you repeat it? The devotees of the Lord are protected by the Lord, and because they are protected by the Lord, they are infallible. Преданные находятся под защитой Господа, и потому они непогрешимы. Devotees are not impersonal, they're persons, just as Krishna is a person, so the devotees are also persons. И преданные — это не что-то безличное, а преданные являются личностями, как Господь — это личность, так и преданные — это тоже личности. So
Devotee wants to use his senses for the service of Krishna. И преданный хочет задействовать свои чувства в служении Кришне. There's always a danger that the material energy can attract us away from our service to Krishna. Всегда сохраняется опасность того, что материальная энергия отвлечет нас от служения Кришне. But the devotee is careful to keep himself engaged in the service of Krishna. Но преданный внимательно относится к тому, чтобы задействовать себя и свои чувства в служении Кришне. So that attachment has to be there for the Supreme Lord. У нас должна быть привязанность к Верховному Господу. We have to be very serious, and we have to be very much eager to get that intimate connection with Krishna. Мы должны быть серьезными, и мы должны очень сильно хотеть развить эту близкую связь с Верховным Господом. Глубокую. No. So, devotees want to always be engaged in Krishna's service. They don't want to get degraded by speculating on things. They simply want to follow the process of devotion. Преданные всегда хотят занимать себя преданным служением. Они не хотят деградировать, опускаясь в умственные спекуляции. Они хотят заниматься служением. So devotee may not have a lot of knowledge about the scriptures or the Vedas, but important thing is that he has strong faith in Krishna. Преданный может быть не очень искушен в знании ведической литературы и писаний, но что важно, у него должна быть твердая вера в Кришну. In this country, in Malaysia, devotees they try to bring devotees from foreign countries to come to study in this country. Devotees. Yeah, they try to bring people. You know, the government tried to bring people to come and study in this country. В Малайзии, где я сейчас нахожусь, государство привлекает людей, иностранцев, к тому, чтобы они приезжали сюда и обучались. They want people to cultivate material science and material knowledge. Они хотят, чтобы люди развивали материальное знание и материальную науку. But that knowledge is all useless because it has no connection with the absolute truth. Но это знание бесполезно, потому что оно никак не связано с абсолютной истиной. So ultimately, all the endeavor to cultivate knowledge will be a failure. И в конечном счете все эти попытки развить знания обернутся провалом. If there's no concept of God, if there's everything is done without faith, then even it may be very perfect materially, but because it's all bogus, because there's no truth in the endeavor. Если в этом знании не присутствует концепция Бога, и если отсутствует вера в Бога, то это все бесполезно. Because I lost the second part. Yes, that we have to understand that anything, any concept of knowledge which has no concept of about God or about the absolute truth, then it's not perfect, it's incomplete knowledge. Мы должны понять, что любое знание,
в котором отсутствует концепция Бога и абсолютной истины, несовершенна и неполна. So material scientists, of course, they endeavor a lot for knowledge. They do so much research. They spend so much money and they have so many nice laboratories and they're doing so many experiments. Материалистичные ученые тратят огромное количество времени и денег на свои эксперименты. У них прекрасные оборудованные лаборатории, в которых они проводят свои исследования. But in course of time, they all meet the end. They come to the end of their material body and they have to give up one body and take another body. Но они в любом случае приходят к концу, к смерти своего материального тела и вынуждены поменять одно тело на другое. So a little devotion is much more important than any amount of mundane knowledge. И даже небольшое количество преданности намного важнее, чем тонны материалистического знания, мирского знания. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says to Arjuna that in this endeavor, in other words, the endeavor to become Krishna conscious and to cultivate devotion, Lord Krishna said there's no loss or diminution. And a little advancement made can save us from the greatest danger. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит Арджуне, что в этих усилиях, то есть в усилиях в преданном служении, не бывает потерь. И даже небольшой прогресс может спасти нас от величайшей опасности. This may be actually this knowledge, may be the knowledge which saves us from material life. То есть это знание, которое спасает нас от материальной жизни. Lord Krishna said, a little advancement made saves us from the greatest danger. Господь Кришна говорит, даже небольшое продвижение по этому пути может спасти нас от величайшей опасности. The danger is that we have a material body and we're going to have to take birth again. If we don't use it properly, we're going to have to take another material body, and it may not be a human body. Опасность заключается в том, что сейчас у нас есть материальное тело, человеческое тело, и если мы не используем его по назначению, то нам придется принимать другое тело после смерти, и не факт, что следующее тело будет человеческим. So you may see in the material world they endeavor so hard to try to get so little, to just make tiny little bits of progress in understanding the material creation. И мы видим, что в материальном мире прилагаются огромные усилия для того, чтобы понять лишь частицу материального знания. And what they fail to do, they fail to understand that behind this whole cosmic manifestation, there is the Supreme Personality of Godhead. И у них не получается понять, что за всем этим материальным проявлением стоит Верховная Личность Бога. So Lord Brahma, he understood that there was a person behind this whole cosmic creation, and this person was millions of times greater than he was. И Господь Брахма понял, что за этим космическим творением стоит личность, и эта личность в миллионы раз могущественнее, чем он. So Lord Brahma had that faith in the Supreme Lord, and that's how he was able to take shelter, full shelter of the lotus feet of the Lord. У Господа Брахмы была вера в Верховную Личность Бога, и благодаря этому он смог принять у него прибежище. And so the benefit he got was that
He was never degraded by the material energy again. He was never attracted by the material world again. И по милости Господа он не деградировал и не мог не возвращаться к материальному существованию. Usually we're all attached to the material world. We get so absorbed in the temporary creation of this material world, and we forget all about the goal of life. Обычно нас настолько привлекает все это материальное творение, мы оказываемся настолько поглощены материальной деятельностью и настолько привязаны к ней, что забываем о цели жизни. But Lord Brahma said he was convinced, and he held on tightly to the lotus feet of the Lord. Но Господь Брахма говорит, что он был твердо убежден и крепко держался за лотосные стопы Верховной Личности Бога. And it's described here in the Srimad Bhagavatam how Brahma was able to overcome all attachment, all attraction to the material energy. И здесь в Шримад Бхагаватам описано, как Брахме удалось справиться с привязанностью к материальной энергии. So we are encouraged to follow this example of Lord Brahma, to take full shelter of the Lord, the personality of Godhead. И мы должны последовать примеру Господа Брахмы и принять полное прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. We need to hold on to the lotus feet of the Lord. And how to do that? We do it simply by hearing and chanting. Нам нужно крепко держаться за лотосные стопы Верховной Личности Бога. И как это сделать? Просто слушанием и воспеванием. It's easy for us to forget Krishna. The material energy, the material world is so powerful. It's all Krishna's energy. And Krishna's that made it, allowed people to make this material world so attractive that we easily forget about the goal of life. Нам очень просто забыть о Кришне. Этот материальный мир — это тоже энергия Кришны. И Господь Кришна позволил людям забыть о нем, сделав этот мир очень привлекательным. И здесь очень легко забыть о высшей цели жизни. So Lord Brahma describes the great benefit he got, that his mind was never deterred and his senses were never degraded. So this was the result of his taking shelter of the Supreme Lord. И Господь Брахма здесь говорит, что стало результатом того, что он принял прибежище у Верховного Господа. Он говорит, ничто и никогда не было препятствием для моего ума, а чувство мое не оскверняло приходящая привязанность к материальным вещам. So in this regard, we want to mention how Srila Jiva Goswami, one of the six Goswamis, the youngest of the six Goswamis, how he took shelter of the lotus feet of the Lord. И в этой связи можно вспомнить историю о Дживе Госвами, одном из шести Госвами, самым молодым из них, как он принял прибежище у Верховного Господа. So Rupa and Sanatan were two brothers, but they had another brother. There was another brother called Anupam. But that's Anupam. He left the body while he was not very old. And he left Rupa and Sanatan alone. Рупа и Санатана Госвами были братьями, но у них был еще один брат, Анупама, который оставил тело в сравнительно молодом возрасте. So, Jiva was the son of Anupam. And it was Jiva who joined his two uncles later in Vrindavan. Джива Госвами был сыном их брата, и позже он присоединился к ним во Вриндаване.
Jiva, as a young man, he'd also gone to Benares and he studied the Sanskrit and Shastras in Benares. Then he came to Vrindavan. В молодости Джива пошел в Бенарес, изучил там санскрит и затем пришел во Вриндаван. So, Vrindavan Dham is also being glorified by the pastimes of the Goswamis, of course. Частью славы Вриндавана являются деяния Госвами, которые они совершили там. So Jiva Goswami wrote many, many books on the teachings of Krishna consciousness. Especially he wrote the Sandarbhas, which are supplements to the Srimad Bhagavatam. Джива Госвами написал очень много трудов по учению сознания Кришны, и в частности он написал Сандарбхи, которые являются дополнением к Шримад Бхагаватам. And the books of Jiva Goswami are so many that in Benares Hindu University, which is a premier institute in India for the study of Sanskrit and Vedic knowledge, they have a separate library just for the books of Jiva Goswami. Джива Госвами оставил после себя столько трудов, что в университете Бенареса, который является главным университетом в Индии по изучению санскрита и ведического знания, его трудам, для его трудов выделена отдельная библиотека. And Jiva Goswami became the leader of the Goswamis after Rupa and Sanatan left the world. He became the head of the Goswamis, and it was through Jiva Goswami they acquired important properties like the Rasastala, the place where Lord Krishna danced Rasa Lila. После ухода Рупы и Санатаны из этого мира Джива Госвами стал во главе Госвами, и также он открыл Расастхалу, это место, где Господь Кришна являл свою Расалилу. Jiva Goswami could understand the importance of these different holy places, and he was able to arrange to secure funds to purchase these different lands and make sure that no other people took these lands and used them for any other purpose. Джива Госвами понимал важность сокровенных мест, где проходили игры Господа, и поэтому он организовывал сбор средств, чтобы выкупать эти места, чтобы никакие люди не могли использовать эти места под какими-либо другими целями. And Jiva Goswami's deity is also there in Vrindavan. His deity is Radha Damodar. И его божества находятся во Вриндаване. Это божества Радхи Дамодары. Actually, original Radha Damodar is in Jaipur now, but they have the substitute Radha Damodar is there. Оригинальные, изначальные Радха Дамодара находятся in Jaipur, right? Yeah, the original deity was taken to Jaipur to protect it. Чтобы защитить изначальные божества, их увезли в Джайпур, а во Вриндаване находятся, как правильно сказать, подобные божества. And it was Jiva Goswami who established the Gurukula in Vrindavan, and he had students like Narottam Das Thakur, Shamananda Pandit, and Srinivas Acharya. They were all his students in the Gurukula in Vrindavan. Также Джива Госвами основал Гурукулу во Вриндаване, в которой учились Наратам Дас Такур, Шьямананда Пандит и Шринивас Ачарья. So Jiva Goswami had this Gurukula there, and so many wonderful, great devotees had come there to study under him, and he gave them all transcendental knowledge. Он основал там Гурукулу, и
столько возвышенных преданных училось там под его руководством, и всем он дал знания о Кришне. Брамарадж. Брамарадж, your mic is turned off. Okay, can you hear me now? Yes. Okay, I was saying about Jiva Goswami, how we're indebted to him for his literary contribution, many volumes of important books which he wrote, and also his missionary activities. Мы все в долгу перед Дживой Госвами, поскольку он оставил нам неисчислимое количество трудов по сознанию Кришны и также за его вклад в миссионерскую деятельность. So if we take shelter of these great devotees like Jiva Goswami, then we'll be protected from the material energy. Если мы примем прибежище у таких преданных, как Джива Госвами, мы будем защищены от материальной энергии. So we want to remember great devotees like Jiva Goswami. Today we're praying to him also, be merciful to us, that we can also get the shelter of the lotus feet. The Lord. Нам следует помнить о таких преданных, как Джива Госвами, и молиться ему о том, чтобы он помог нам принять прибежище у Господа. Okay, is there some questions? Есть ли вопросы? Не видела, кто первый поднял руку. Хладини Матаджи, кажется. Выключу. Хладини Матаджи, говорите? Да. Слышно, да? То я... Хорошо, спасибо большое, Гуру Махарадж, за лекцию. Примите поклоны, все преданные, Гуру Махарадж. Вот я хотела уточнить такой момент. В чем разница между принять прибежище и предаться. То есть это два разных понятия. Вот, спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my obeisances. What is the difference between to take shelter and to surrender? Well, there's not a great difference, really. Because taking shelter and surrendering both imply that we're putting ourselves under the care of the superior authority. Большой разницы нет, поскольку и принять прибежище, и предаться означает, что мы себя помещаем, себя вручаем заботам какого-то высшего авторитета. We take shelter just like the Lord's lotus feet. In another verse, it says the Lord's lotus feet are like an umbrella and they give us shelter from the material energy. Мы принимаем прибежище у лотосных стоп Господа. В одном из стихов говорится, что лотосные стопы Господа — это как зонтик, который нас защищает от материальной энергии. And Lord Brahma says he does it with great zeal, with great enthusiasm. He's very eager to take shelter of the Lord's lotus, to catch hold of the Lord's lotus feet.
Господь Брахма здесь говорит: я крепко держусь за лотосные стопы с большим рвением, с большим энтузиазмом. So that enthusiasm, that faith, that is very important in our taking shelter of the spiritual teacher and the devotees. И вот этот энтузиазм и вера — это очень важный фактор в принятии прибежища у духовного учителя или у преданных. Surrender means giving up something, right? We surrender, so we let go. So we let go of the material energy. I'm sorry, Maharaj, didn't quite get it. I said, surrender means to give up some material attachments. We have to give up our attachment to the material energy. Предаться — это значит отказаться от привязанности к материальным вещам, к материальной энергии. So this surrender means we don't want to hold on to anything. Предаться — значит, мы не хотим больше держаться за что-то другое. We just want to put ourselves under the care of the Supreme Lord. Мы просто хотим себя верить заботам Верховного Господа. Just like Brahma said, I've caught hold of the feet of the lotus feet of the Lord. So you catch hold of someone's feet, they can drag you across all the troubles, all the problems of the material world. Как опять же Господь Брахма здесь говорит, я крепко держусь за лотосные стопы Верховного Господа. Если вы крепко держитесь за чьи-то стопы, то эти стопы вас могут протащить сквозь все трудности или проблемы материального мира. То есть протащить и вытащить. So when we say taking shelter or when we say surrender, it's not really any big difference. The idea is putting ourselves under the care of the superior authority. Поэтому, когда мы говорим принять прибежище, либо предаться, в этом нет такой существенной разницы, поскольку оба этих термина предполагают, что мы себя вручаем, вверяем заботам верховного авторитета. And also means letting go of the material energy, not holding on to the material energy, letting go of it. И при этом мы отпускаем материальную энергию, мы за нее больше не держимся. Okay. Да, спасибо большое, Хари Кришна. Thank you very much. Okay. Yes, Guru Maharaj, do we have time for more questions? Yeah, okay. Хари Кришна. Ну, Гуру Махарадж нам в прошлый раз обещал рассказать про Шрили Прабхупаде. Сегодня как раз день прибытия Прабхупады в США. Может быть, Гурудев расскажет, я его попрошу еще раз. Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances, all glories to Шрила Прабхупада. So, Гурудев, last time I asked you to tell us about your impressions of Шрила Прабхупада's classes. Maybe you can share today. If it's possible for us, I asked you that you said somebody was unclear for you in Prabhupada's classes in the beginning, but then it became more and more clear, so more and more understanding of his classes. Maybe you can share for us your experience, please, if you like, of course, Gurudev. Because well, there's okay. There's a certain terminology in Krishna consciousness, a certain range of vocabulary, which is not common in the English language. Some of the words which are used, you know, it's not everyday words.
В сознании Кришны есть своя определенная терминология, есть определенные санскритские слова и некоторые термины, которые мы не используем в ежедневной жизни. Это было к тому, что вот Матаджи Ватишачи по-русски не сказала. Она в прошлый раз спрашивала, что Гуру Махарадж как-то говорил, что поначалу ему в лекциях Шрилы Прабхупады что-то было непонятно, но потом стало проясняться. No, Prabhupada uses words like, you know, unalloyed devotion. You know, unalloyed devotion. It's not a common word which people would use. It's you know, in some ways it's more in technology. You may talk about an alloy, something being an alloy, a mixture of metals. But Prabhupada has this unalloyed. In other words, there's nothing mixed in it. It's just simply one thing, and that is pure devotion. Например, Шрила Прабхупада говорил «беспримесная преданность». И в английском вот это слово «unalloyed», «беспримесное», оно не часто употребляется, оно больше относится к технической терминологии, имеется в виду, когда там металлы сплавляют, что это чистый сплав без каких-либо примесей. И вот Шрила Прабхупада использовал такие термины, как беспримесная преданность. And then when we talk about lotus feet, that is also something else which can bewilder people. Или когда мы говорим лотосные стопы, людей, так сказать, с улицы, этот термин тоже может немножко сбить с толку. So you have to understand that the language, sometimes the language, the words which are used in Bhagavad Gita and so on, they're not words which would often be used in everyday talk. Слова, которые нам встречаются в Бхагавадгите, это не те слова, которые мы используем в ежедневном обиходе. So, hearing the talk, the lectures on Krishna consciousness, that it takes some adjustment to take some time to become familiar to and to appreciate everything. It's not that you can immediately pick up everything from it. И когда человек начинает слушать лекции по сознанию Кришны, нужно какое-то время, чтобы настроиться на терминологию и вот это знание. Редко кто может прям сразу сходу схватить и все начать понимать. But generally, Prabhupada's lectures were understandable. He did not speak on a level which was beyond the comprehension of common people. Rather, he spoke in such a way that even common people could understand. Несмотря на это, в целом лекции Шрилы Прабхупады были понятными. Он не говорил вещи, которые были запредельны пониманию обычных людей. Наоборот, он объяснял так, чтобы обычные люди могли понять. So, hearing Krishna conscious lectures is something which we have to develop a taste for. And in the beginning, we may not, of course, we don't just like chanting the holy name. We may not have a lot of taste for chanting the holy name. But if you go on doing it, then gradually the taste becomes more relishable. And similarly also with hearing the kathas, hearing the lectures, and that it takes some time. But if one is determined and serious, then gradually he can go become more attentive and give full concentration to hearing. Поэтому лекции по сознанию Кришны, как и воспевание святого имени, в начале это что-то, к чему нужно выработать вкус. В начале это может быть сложно, как и
воспевание святого имени. Но по мере того, как вы делаете это снова и снова, у вас начинает появляться и развиваться вкус, которым вы уже начинаете наслаждаться. И если у вас, если вы серьезны, если у вас есть решимость, то ну, вы можете продолжать и развить этот вкус. So we see here in this verse how Brahma had that enthusiasm. You see, he caught hold of Krishna's feet with great zeal. Yeah, he had so much faith and he was so confident and determined. Как снова возвращаясь к этому стиху сегодняшнему, Господь Брахма был полон энтузиазма, решимости, уверенности и веры. То есть он был твердо убежден, когда говорил: «Я крепко держусь за лотосные стопы Верховного Господа». То есть в нем было твердое убеждение, энтузиазм и вера. So Brahma did an important role. He was the initiator of the disciplic succession, and because of his devotion, then we had so many great devotees also come after Narada. After Brahma comes Narada, and then Narada had so many wonderful disciples like Prahlad and Dhruva, as well as Vyasadeva, of course. Vyasadeva, he was also a disciple of Narada. Господь Брахма выполнил очень важную миссию. Он положил начало нашей ученической преемственности, благодаря которой появилось такое количество возвышенных преданных. Он передавал это знание дальше Нараде. У Нарады также были возвышенные ученики, такие как Прахлада Махараджа, Друва, Шрила Вьясадева. Okay. So, thank you. So Narada gives us credit. Rather, Brahma is giving credit to the shelter of the lotus feet of Krishna. And he says, because he'd taken shelter of Krishna's feet, he was protected from fall down, from falling into the material energy. И Господь Брахма здесь придает очень большое значение принятию прибежища. И он говорит, что благодаря тому, что я принял прибежище у Верховного Господа, это защитило меня от того, чтобы упасть в материальную энергию. So this is a famous verse, it's an important verse. It shows the importance of a little devotion, much more important than any kind of knowledge, mundane, speculative knowledge. Это важный стих, тот, который мы сегодня обсуждали. Он показывает важность преданности, насколько важнее преданность, нежели даже развитое материальное знание. Okay, any other question there? Yes, there is a question from Rajarani Mataji. Rajarani Mataji. Константин Прабху, кажется, сначала. А, да? Нет? Да, наверное. Константин, вы здесь? Слышите? Хари Кришна, преданный. Как слышно? Говорите, вас слышно. Слышно хорошо? Угу. Ага. Примите мои поклоны. Я хотел попросить пранама-мантру у Махараджа. Я, наверное, буду понемногу говорить, периодически переводить, чтобы не останавливаться. Как вам удобно будет. Так, вы, конечно, куда-то пропадаете. А рекомендации там все есть, да? Да. Угу. Сейчас, подождите, переключу динамику.
Да, слышно сейчас вот прям плохо. Сейчас лучше? Да, сейчас лучше. Ага. Дорогой Нарасимха Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Меня зовут Костя, я из города Владивосток. Служу в храме уже год и несколько месяцев. Проживаю под руководством президента храма Чинтия Чуты. Хорошо, давайте я так частями буду переводить. Давайте. So he says, Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. My name is Kostya Konstantin. I live in Vladivostok temple and serve by the guidance of local authorities. Ачинтия Мне нравится философия сознания Кришны, и я бы хотел продолжать в ней свое развитие. Вот, и я хотел обратиться к вам с просьбой о вашей милости, получить у вас пранама мантру и повторять ее для вас. So he goes on. I like the philosophy of Krishna consciousness, and I would like to go on with studying it. And may I ask for your pranama mantra so that I can chant it? Yes, okay, yes. You can Да. do that. Да. Adritan or Madhurya can give you the pranam. Вам могут передать пранама мантру Адридхаран Прабху или Мадхури Лила. Это я. Yeah, no. Yeah, go ahead. You can take shelter. What Have was you done the disciple course, the ISKCON disciple course yet? Вы прошли курс ученик в ИСККОН? Я курс в ученик ИСККОН еще пока не прошел, но я пока месяц прошел Бахта программ, вот, и планирую в этом году поступать на ученик ИСККОН, пройти обучение. He hasn't studied ISKCON disciple yet, but he has studied Bhakta program, and now he in this year he wants to begin studying ISKCON disciple. Okay, yeah, very good. You should do it. Очень хорошо, делайте. Okay. So no more questions, huh? В Раджиране Матаджи has a question. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, преданные. Извините, пожалуйста, смиренные поклоны, со славой Шриле Прабхупаде. Спасибо, даете нам лекции. Вопрос такой, может быть, ну, странный, смешной. Вы говорили сегодня много про преданное служение. И согласно стиху 6.17, мы еще должны уметь отдыхать и спать, да? Вот я хотела спросить у вас про отдых, что часто мы теряемся в сознании Кришны, что же такое отдых? Потому что придя в новое общество, то нельзя, это нельзя, там ты наслаждаешься, то не ешь, то не пей. И вот что такое отдых в сознании Кришны? И такой же, опять же, личный вопрос, как Гуру Махарадж отдыхает в сознании Кришны? Спасибо большое. Харе Кришна. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. You talked much about the importance of devotional service today, but we know that in Bhagavad Gita 6.17, Krishna also says about the importance of taking rest. So there are many restrictions in our society. There is much and many kinds of meal we cannot take, or some actions that we cannot take also. So what is the rest in Krishna consciousness? How should we take rest in proper way? And if it is possible, could you share how you take rest?
Well, generally we take rest in the night, right? The proper time to take rest is usually somewhere between in the evening from 9 o'clock or 10 o'clock until 3 o'clock or 4 o'clock in the morning. Srila Prabhupada recommends about 6 hours rest. So we try to do like that. We try to take rest by 9 o'clock or 10 o'clock so that we can get up early, like 3 o'clock or 4 o'clock in the morning. Because 4 o'clock then, because usually we would have Mangal Aarti by 4:30. So we like to be up for the Brahma Muhurta, for the auspicious time in the day, Brahma Muhurta, which is 1.5 hours before sunrise. It's an important time for spiritual practice. Когда мы говорим об отдыхе, прежде всего это ночной сон. Мы должны ложиться спать не позже 9-10 вечера. И оптимальное время для подъема это 3-4 часа утра к Брахма-мухурте. Брахма-мухурта время начинается за 1.5 часа до рассвета, и это очень благоприятное время для духовной практики. В 4 утра обычно проходит Мангала Арати, и нам нужно отдохнуть за ночь, чтобы к этому времени уже вставать. Yeah, we're not encouraged to sleep during the daytime. Не очень хорошо спать днём. We like to take the rest in the night, not in the daytime. Спать лучше ночью, а не днём. That is better. We know the Goswamis, they conquered over eating and sleeping. So, as devotees, we also want to be careful about our eating and sleeping. Мы знаем, что Госвами победили еду и сон, и нам тоже нужно осторожно себя вести с едой и сном. We don't want to eat too much, we don't want to sleep too much. Не переедать и не пересыпать. We don't want to sleep too little or eat too little. We have to be regulated. И также не позволять не доедать и не досыпать. То есть должно быть урегулированы эти два вопроса. Of course, it's difficult. It's difficult. Like sometimes there's programs, special programs going on. Sometimes the programs will go on later in the night. And sometimes you go outside of the, away from the center, you're going traveling to another place, and it takes many hours, and you come back very late in the night. So it's difficult to keep regulation. Конечно, сложно следовать, сложно настолько все урегулировать, поскольку бывает, что у нас проходят какие-то программы, которые поздно заканчиваются, или вам нужно поехать в другое место, в поездку, и вы тоже возвращаетесь поздно, и вот этот график, он немножко ломается. But for the sake of preaching, we will accept these inconveniences. Но ради проповеди мы терпим эти неудобства. We see Srila Prabhupada, somehow Prabhupada could travel constantly around the world, and he never seemed to suffer from jet lag. Мы знаем, что Шрила Прабхупада постоянно перемещался по миру со своими программами, и мы никогда не видели, чтобы он страдал от смены часовых поясов. And he would always push the sannyasis to conquer over their eating and sleeping. He didn't like them to be sleeping. И он подталкивал саньяси к тому, чтобы они побеждали еду и сон. Ему не нравилось, когда кто-то спит в неурочное время. Гуру Махарадж, what about other
kinds of rest, not only sleep, but you know how to just rest. Rest. Yes. Well, relax. That is chanting Hare Krishna. That's our rest. When we take shelter of the Holy Name, yeah. When we read Prabhupada's books, that's our rest, that's our recreation. Другие виды отдыха для нас — это повторять Святое Имя, читать книги. Sometimes going for a walk when you chant japa. Отправиться на прогулку, читать джапу одновременно. Okay. Спасибо большое. Харе Кришна, вдохновляющий. She said it's very inspiring. Guru Maharaj, do we have time for one more question? Okay. В чате еще вопрос. Мои поклоны. Бхагаватам говорится, что когда никто не может выполнить полномочия Господа Шивы или Господа Индры, Господь Кришна сам занимает этот пост. Это происходит в начале творения? Куда отправляются те личности, которые занимали эти посты? In Srimad Bhagavatam, it is said that when there is no one qualified to act like Lord Shiva or Lord Indra, Lord Krishna can take this job himself. Does it appear in the beginning of creation? When do the personalities who did it previously go? Where did they go? Yes, when personalities who act like Lord Shiva or Lord Indra, when there is no one qualified to take this position. Job. Position, yes, position, I'm sorry. So the personalities who took this position previously, where do they go if they become not qualified? Well, maybe after they've taken that position, sometimes the Lord himself takes that position. The Supreme Person, sometimes Lord Vishnu himself will take that position of Brahma. Иногда Господь Вишну занимает пост, например, Брахмы. Where do they go? It goes back to his position, it goes back to his original position. He's still there, he just expands himself to take that position of Brahma. Lord Vishnu can expand himself, right? An expansion can take the position of Lord Brahma, and Lord Vishnu still remains in his position in Vaikuntha. She meant in her question, where do the unqualified personalities who lost this position, where do they go then? The unqualified people. Yes. Who previously took the position of Lord Shiva or Lord Indra, but lost their qualification, where do they go next? Well, they'll take a lower birth. They'll go back, come back. Just like, you know, in the past, we've also had positions like that. In the past, we've also had positions like maybe Brahma. When we come into the material world, they say, sometimes the first position we may take is that of Brahma. You become a Brahma, and then we fall down. Again, we go down and become an ordinary person, an ordinary human, or even lower. К вопросу о том, куда деваются эти личности, которые занимали эти посты, они принимают более низкое рождение.
поскольку мы тоже когда-то могли занимать такое же высокое положение, как, например, брахмы, поскольку говорится, что когда душа из духовного мира попадает в материальный мир, она занимает сначала положение брахмы. Но позже мы деградировали и приняли тела обычных людей, ну, то есть в цикл, где мы принимаем тела либо обычных людей, либо даже более низкое рождение. Yeah. Yeah, I mean, everyone's moving through different positions up and down in the material universe, taking birth. Sometimes we become a big demigod, and other times we come back, become an ordinary human. Sometimes go down and become an animal, even in a tree. We see Nala Kuvera and Manigriva, they became trees because of Narada's curse. Находясь в материальном мире, мы движемся по такому круговороту, где мы можем принимать более высокое положение или более низкое. Мы можем быть обычным человеком, можем стать великим полубогом, можем родиться животным, можем родиться деревом, как, например, Манигрива и Налакувара по проклятию Нарады стали деревьями. So that's the material world. It's all going on, circular. We're moving up and down in that wheel, the Ferris wheel, through the different 84 lakh species of life. Таков материальный мир. Мы здесь бесконечно крутимся в этом цикле, где мы меняем тела, занимая одно из 8 400 000 форм жизни. Okay. Преданно, больше нет вопросов. Is it okay? Кто задавал этот вопрос, ответил Гуру Махарадж? Преданно, нет, да, больше вопросов? Мамараш, I guess there is no more questions. All right, so we'll stop here. На этом остановимся. All right, so have a good day. Thank you very much for the translation. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhaktivrinda ki jai. Thanks. Hare Кришна. Гуру Махарадж всем пожелал хорошего дня. Спасибо всем. Hare Krishna. Hare Krishna, спасибо большое. Hare Krishna.